all because of you. You brought me laughter, all because of you. You brought me joy, it's all because of you. You brought me laughter, it's all because of you. You brought me joy.
Поехали. Вадим Мандзюк, команда «Стимул». Вадим, ну, в первую очередь, не расстраиваться. Я уверен, что у вас обязательно все получится. Вы такая команда, которая прям вот дает бой любому сопернику. Что сегодня не так? Сбор, понятно. Что сбор еще? Факт. Моменты були, могли забивати. Моментів 5-6 було, забили, не було кого. Але команда суперника, так якби, нас більше гнала, аби пропустили більше. Гра по рахунку. Ну а почему сбор сегодня такой маленький? Обычно у вас есть как минимум еще 3-4 замены. 2-4. Декілька людей захворіло, декілька людей не хотіло приїздити через те, що декілька людей захворіло. Тобто воно потягнуло і відпало близько 4 людей. Так би у нас була б заміна і дали б бій, але маємо те, що маємо. Ну ви в принципі дали бой, причому я відмітив в коментарях, да, у себе там, що если бы было немножко больше людей, вы бы хороший бой дали, и не было бы... Це факт. У нас атакуюча команда, ми рвемося вперед, менше захисту. Наразі ми намагались захищатися, але 5 на 8 чи на 9 неможливо. Ну, головне не відчайся, у вас все обов'язково. Обов'язково. Спасибо. Евгений Сологуб, команда Checkpoint. Женя, я поздравляю вас с победой. Спасибо. Хотел у тебя задать вопрос такой. Сегодня твоя команда разгромила «Стимул» со счетом 15-1. Подскажи, пожалуйста, что в сегодняшней игре тебе не понравилось в своей команде? Все понравилось. Не могу сказать, что очень понравилось. Все понравилось. Отлично команда выложилась. Практически 90% моментов мы реализовали. Даже те, которые не должны были получиться, у нас все равно произошло. Удача или все-таки сцепились? Ну почему удача? Команда настроилась и хорошо сыграла. Все закономерно. Хорошо. Другой вопрос. Что такого пьет или ест Степанюк, что у него немереное количество энергии просто на поле? Сегодня он везде абсолютно. Ну, насколько вы знаете, он в принципе в лидерах по забивным. Команда решила все-таки помочь ему, да? Чтобы немножко зелья вырвался. Вот и все. Помочь. Да. Хорошо. Ну, Жень, я вас поздравляю с победой. Спасибо. Спасибо.